Добрый день, друзья. Ну вот, после своих походов по Леруа Мерлен, по закупке кое-каких продуктов, я решила сварить себе гороховый супчик. Давно я его не варила. Вот, замочила сначала горох дольками. Ну, часа, наверное, часок он у меня постоял. Вот такой вот горох, он и так как бы хорошо варится. Там у меня в холодильнике оставались остатки колбаски, одна сосисочка. Вот все это я пережарила с лучком. Сначала лучок, потом колбаски. И все это вот соединила. Одна картофелина такая большая. Больше никаких здесь приправ у меня нет. Единственное, что пол чайной ложечки томатной пасты я в зажарку забросила. И все. Вот я попробовала, он у меня уже посоленный супчик, попробовала, очень-очень вкусный. Получается, друзья мои, очень бюджетненько и очень вкусненько. Иногда гороховый суп как бы, ну, хочется. Дальше я вот отварила картошечку, сейчас буду толочь. Нашинковала лучок, буду его пережаривать на сливочном масле. И вот сделала тесто свое. Тесто на кипятке. То есть мука, соль, 2 яйца, граммов 600, наверное, муки, граммов 300 кипяточка. И вот замесила. А, масло растительного грамм 40. И вот так вот я замесила такое вот тесточко. Буду лепить вареники. Они у меня хорошо заходят. Поэтому дешево, сердито, одним словом. Картошка 17 рублей. Ну, лук у меня свой. Маслица я купила. Мука у меня была. Так что вот так. Сейчас я приготовлю гороховый супчик. Вот я его уже на медленный огонь поставила. Вот пеночка тут кое-какая образуется. Я ее, конечно, сниму. Ну, потом зелени подсыплю уже, когда сварится, когда в тарелочку налью. И будет у меня вот такой вот распрекрасный обед. Больше сегодня ничего не хочу. Ни пельменей, ничего. Вот один только супчик. После вчерашнего приступа я, конечно, себя чувствую отвратно. Но ничего, живы будем, не помрем. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всего вам доброго, хорошего, радостных, счастливых, хороших дней. Пока-пока.